Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Шутили вы напрасно». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Вы мне твердили, что слагали сказку, что вместе нам в тот вечер не скучать. Тогда зачем вы мучили роман? Чтобы любви хоть что-нибудь узнать. Тогда зачем вы мучили ромашку? Чтобы любви хоть что-нибудь узнать. Зачем дарили тот счастливый вечер, когда сердца стучали в унисон, нам служили розовые свечи, и убежал от нас куда-то сон, и нам служили розовые свечи, и убежал. Куда-то сон, шутили вы, что счастье за морями, что ждать его придется много дней. Тогда зачем влюбленные глазами вы усмиряли звон души моей? Тогда зачем влюбленными глазами вы усмиряли звон души моей? Зачем так страстно жаркими губами вы целовали всласть ладонь мою, и мир любви уж властвовал над нами, когда шепнули вы: я вас люблю, и мир любви уж властвовал над нами, когда шепнули вы: я вас люблю. А говорили, что слагали сказку про звезды яркие и про рассвет. Тогда зачем раздели вы ромашку, чтобы узнать, вас любят или нет? Тогда зачем раздели вы ромашку, чтобы узнать, вас любят или нет? Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Шутили вы напрасно. Стихи Вероны Шумиловой. Музыка исполнения
Самойлов Фрумович из цикла «Ожившая».